Алёша, ты Пушкина, Евгений Онегин читал? Ну как же, читали. Ну и про что это? Про любовь несчастную. Расскажи мне. У барина одного две дочки жили. Татьяна, Оленька. Все хохотала, хохотала. Смешливая была. Очень. Вот из-за нее он его и убил. Кто? Кого? А Евгений Онегин. Этого. Забыл фамилию. Она. Возьми и отпиши ему письмо. Кто она? Татьяна. Влюбилась в него. Так и так, мол, люблю и жить без вас не могу. Она-то. Ну, а он? Да кто он-то? Евгений Онегин. Алёша, ты что, уснул там, что ли? Почему уснул? Вспоминаю. Странный он какой-то. Все говорит, три карты, три карты. А потом спился. Быть может, это все пустое. Обман неопытной души. Совсем иное. Нравится? Особливо, когда тихо. Хорошо, как-то жалостливо получается. А? Потому как громко Николай Григорьевич лучше играет. А что именно тебе нравится? Мне? Да, какой кусочек? Это вот... Ну, а ты напой его. Ну, напой, напой. Как, ты коварный искуситель. Так. Алёша. Я очень рад, что тебе нравится моя музыка. Я тебе должен прямо сказать, с твоим слухом нужно быть музыкальным критиком. Как прикажете. Пойдем обедать.